Это самые интересные закрытые двери в Майнкрафте. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Здоровенько всем, дорогие друзья, с вами я, Зомбак, и где-то здесь мой сынулино. Ты где нашел лошадку? Я где-то тут ее нашел, просто себе забрал. Он назвал... лошадку притащил на видос, прикольно! Сыном мы будем кататься сегодня на лошадке. Чип-чип. Это лошадка чип-чип. Чип-чип? О, прикольно, слушай. У нас сегодня с тобой будут закрытые двери. Смотри, здесь все персонажи из Бан-Бана. Это Бан, сам Бан-Бан Икзи. Это Флаффи Пенс и Виктор. Сынуля, давай мы на лошадке... Ой, а я на нее сел. Лошадка, поехали. Ничего поехали, себе. Она меня не хочет катать, у меня седла и морковки нет. Ну, о! А я тебя покатаю, Прикольно, ребят, мы катаемся на лошадке. Главное нам с тобой двери не потерять, а то нам еще в них прыгать. Ладно, давай покатаемся на ней тогда после видоса или в конце. Давай. А нам сейчас нужно выбрать, кому же мы из них пойдем. Так, все персонажи интересные. Давай пойдем вот этому голубому Флаффи Пенсу. Я, кстати, тоже об этом думал. Давай, да. Я сломаю сейчас вот эту вот решеточку. Все, готов идти к двери? Да, пойдем. Давай, разгоняемся, погнали! Ой, сына, где мы оказались? Ой, Бан-Бан, Флаффи Пенс, вот они все! Аккуратно. Вот он, огромный монстряга! Сынуля, давай, деремся с ними, деремся! Держи, получай! Одолеть надо их всех, одолеть! Смотри, Бан-Банчик и Флаффи, давай. Отлично, мы справились. Жопа, привет, смотри, тут этого. Соня, привет. Здорово, ребятки. Вы не поможете мне отсюда выбраться? Ну, не знаю, давай вот это сломаем. Давай, давай. Поможем Сонику выбраться отсюда. Опа. Да, погнали, да, давай. О, спасибо, спасибо. Кстати, у жителей можете взять ключ, чтобы пройти дальше. О, спасибо. Так, ну-ка, здрасте, жители, можно у вас тут ключ позаимствовать? Можете тоже ключик взять. Так, и теперь мы можем пройти испытание дальше, да, смотри. Так, сынуля, проходим дальше, давай. Ой, смотри, тут сколько монстров. Слушай, в лаву лучше не падай. Лава очень горячая, да. Давай по очереди тогда, по очереди. Я буду их скидывать, ты... Я упал! Как так-то? Как мне теперь выбраться? Сынуля! А вон там есть выход! А нет, не знаю даже, как так, я выглядит. Так, ладно. Подожди, у меня лестница есть с собой. Давай, сейчас, давай, подожди. Я тогда давай. Пока поскидываю этих монстров, а ты мне лестницу поставь, потому давай, что я давай. Не смогу отсюда выбраться. Реально сложное испытание, смотрите, скинули. Так. Ну, как скинули, я сам в лаву упал. Сейчас так. Я все в себе посмотрю в карманчике, давай, так. Лестницу поставишь, а я пока что скидываю. На тебе, Соник, Зи. У меня, ребят, патроны. Ой, я сам упал, я сам упал. Держись. О, у тебя какие красивые лестницы. Мы там выберемся. Так, давай. Придется мне по лаве проплыть немножко. Давай. Я вылез, сына. Спасибо большое, что... Хорошо, что у тебя лестница есть, реально. Ух, я горю немножко, но это ладно. Ничего страшного. Смотри, сверху блок есть. А, вот че я упал. Надо тут и этот, смотреть над собой. Так, отлично. Проходим сюда. Тут, смотри, какие-то ловушки, чтобы... Так, перепрыгиваем. Аккуратно, сына, не упади только. Я не упал. Проходи, здесь вот тоже аккуратно. Давай, вылезай тогда. А я пока пойду Соника экзибить. И как мне сюда перепрыгнуть? Вот так, отлично. Здесь перепадаем. У меня пока нормально получается проходить, сынуль. Давай, за мной. А я тут... Я тут уже почти до финала дошел. Ты там плаваешь. А, ты туда решил поставить. Давай, вылезай, отлично. Я давай, я тебя жду, сынуль. А, вот сюда. Вот сюда, да, давай, проходи. О, да ты тут быстро. Вот, здесь просто спустись. Отлично. Давай этого победим. Ну, тебе. Я сломал случайно, меч какой-то выбил. Что за голд... Ух ты, золотой меч, смотри какой. Возьмешь? Золотой мечик. Отлично. А мы проходим дальше. Ой, ё-моё, сколько тут монстров. Решили на меня напасть. Я ну иди сюда. Слушай, тут Саня с Санта-Клаусом. Можно на них покататься. Я сейчас сяду. Все, я... А я чё? Я думал, ты сам справишься. Ты чё, не справишься один? Так, ладно, давай, с Пикстером. Ой, остался Бумси-Бум? Нет, смотри, он там сидит. Ах ты, сын, ты чё, спрятался?
Да, взял и спрятался тут, а? Так, ага. А как нам пойти наверх? Так, лестницы у тебя тоже закончились, конечно. Ладно, у меня есть идея. Нам нужно попасть по вон тем кнопкам. Так, давай-ка бокси-бу. Бэнкс! Вообще легкий. С одного удара, ничего себе. С одного... Давай, стреляй, ты по правому, я по левому. Бэнкс, давай, отлично. Попал, смотри, у нас хорошо получается. И чё, нам что-то дадут? Нам что-то выпало? Не знаю. Ай, кто бьет? А, это ты был, кто меня бьет? Так, что? Нам дали! Блоки, вот, отлично! Что нам дали? Вот, смотри, мне дали. Всё, давай, проходим. Ой, я пушку возьму. Давай, пошли дальше. Давай. Ничего себе! Подожди, я тут этого... Я тут спампоинт поставлю, потому что мало ли я упаду куда-нибудь вниз. Там бандиты, посмотри, там бандиты. Так, давай я уйду, или кто первый пойдет? Давай я первый пойду. Бэмкс! Так, бандит, лети вниз. Уху! Да, паркур я не особо люблю, потому что я не профессионал в паркуре. Но тут вроде не сложный. Оп, отлично. Иди-ка сюда, бандит, лети вниз. Сына, ты идешь? Да, ты за мной, да? Только... Нет, вот так, конечно, плохо делать. На один блок вставать, потому что мы друг друга скинем. Получи, бандита! Так, отлично. Я чуть в самый низ не улетел. Я тоже. Ух, реально сложное испытание. Там у нас, ребят, чтобы вы понимали, это не черная шерсть, это пустота! То вот я туда куда-нибудь, ну вот шерсть туда скину. Все, пробало! Там реально. Ты до конца дошел, а я тут. А я тут этого показывал зрителям, насколько там глубоко. Так, ладно. Перепрыгиваем. И последний все дошел. Ты хотел подо мной блок сломать? Хочешь улететь? Нет. Ладно, пошли дальше. Пойдем. Ой, там Леди Баг! Ее окружили монстры! Так, давай, сражайся с ними! Ты чё, коричневый? На меня решил лезть. Давай, давай его. Ву, отлично! Чё тут у нас? А, тут у нас в сундуках разная шерсть. Я возьму ее, пожалуй. Так, забираем. Привет, Леди Баг. Как нам дальше пройти? Ну, положите в сундучок шерсти и можете проходить. А, окей. Эта шерсть, наверное, для Леди Баг нужна будет. Давай вот сюда вот так красиво положим в центр. И ключ по центру. Все, отлично. А, орнамент собран. Открываем дверь. Так, что у нас здесь? Ух ты ж. Тут страшновато. А, бандулина на меня напала. Она сзади тебя, сынули. Аккуратно. Аккуратно. Так. Сейчас я тут... Ой, перезарядка. Я спасу тебя, все. Прикрывай мою сынуль. Мы тут картину случайно сломали, надо починить. Пинкс! Да, кривокоса висит, но пойдет. Там еще много монстров из банбана. Сынуль, я пожалуй. Я пошел обратно. Я тоже пошел. Леди Баг, давай мы с тобой домой пойдем и не будем с монстрами сражаться. Ну как это? Кто будет спасать наш мир? Ах, ладно, ну придется. Не хотелось бы, конечно, но. Сынуль, точно пойдем? Может нет? Пойдем. Ладно, если поставят лайки, мы пойдем. Давайте, ребят, ставьте лайки, мы идем сражаться с монстрами. Просто смотрите, какие они страшные. Все, идем, давай, охотник Тим, получай. Тут у нас Стинки, Сайлент и охотник. На тебе, получи. Осталось всего немножко. Давай, мы уже близки к финалу. Там какой-то портал. Да, это хорошо. Получайте! Отлично, справились. Пошли сюда. Открываю. Получи, солнце и луна! Сейчас я мечом наваляю. Ты в меня-то не попадай, сынуля. Ой, смотри, какая крутая радужная броня. Я ее, пожалуй, на себя натяну. Так. Да? Я надену. Смотри, какой я крутой разноцветный. Я весь сияю, реально красивый. Крутой. Дай 5. Давай. Опа! У меня броня послабее, конечно, теперь. Все, погнали в портал, готов? Да, пошли! Давай, поехали! Фух, возвращаемся, сынуля! Кстати, мы всех троих встретили, и еще много-много интересных монстров. Сын, давай катайся, я тебя покатаю. Дай мне тут поводок. Ой, она меня скидывает. Держи. Ну-ка, давай, я попытаюсь его привязать, а ты лошадку садись. О, садись. А я не могу! Все. Поехали, сынуля! Прикольно! Мы будем кататься на лошадке, а вы, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал обязательно. С вами был Зомбак и Сынули Нотик, и всем пока-пока. Пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.